друзья, начинаем 81-й выпуск нашей программы. Уважаемые зрители программы «Дом культуры», на этот раз я решил прервать календарь нашего ДК и посвятить этот выпуск итогам своей деятельности как социального сатирика. Это я делаю по настоятельному требованию своей жены Людмилы, которая считает, что в преддверии моего 77-летия я должен как-то отчитаться перед своей аудиторией. Тем более, что происходит это накануне грандиозных исторических событий. Контрнаступление Украины, освобождение ее от российских захватчиков и грядущих перемен в самой России. Этот момент, считает Людмила, нельзя упустить. Я с ней согласился и посвящаю этот выпуск рассказу о себе как о режиссере-сатирике. По моему убеждению, сатирик – это санитар общества, подобно тому, как волк считается санитаром леса. Опытным путем доказано, что в тех лесах, где истреблены были все волки, оставшиеся там олени начинали жиреть, болеть, плодить слабое потомство и в перспективе были обречены на вымирание. Могу привести другой пример, которому был свидетелем сам в подростковые годы. В конце 50-х годов по проекту очередного умника из Министерства рыбного хозяйства было решено травить рыбу в озерах Карелии, чтобы вслед за этим выращивать там породы ценных рыб, которые можно было бы продать за рубеж. Я мальчиком приехал на одно из больших озер, где травили рыбу, и видел, как она билась в смертельной агонии. Прекрасные рыбины, плотва, окуни, подлещики, лещи, щуки. Это было страшное зрелище. Умирающая рыба широким бордюром окружала все озеро. А потом, когда она начала гнить, невыносимая вонь распространялась на километры. На другой год в озеро запустили мальков-судака и стали ждать, когда они вырастут. А они не росли. Были не больше, чем средняя плотва. Пригласили специалиста из Финляндии. Он первым делом спросил: «В озере есть щуки?» «Да нет», — сказали ему, — «всех вытравили». «Срочно запустите», — сказал финн. «Но они же всех сожрут», — удивились россияне. «Не всех, а тех, кого надо», — сказал финский специалист. Действительно, привезли пару десятков живых щук, запустили их в озеро, и уже через год стали вылавливать оттуда крупных мясистых судаков. То же самое происходит и в человеческом обществе. Лишенное критического взгляда на себя, не только критического, сатирического, выдавающего смех над его пороками, общество погружается в застой. Люди начинают быстро и заметно глупеть, терять способность мыслить, сопоставлять факты и события, анализировать, делать выводы. Начинается процесс всеобщего одичания, какой мы наблюдаем в сегодняшней путинской России, где нет сатириков, а остались одни лишь квасные патриоты да насмерть перепуганные терпилы, выражаясь тюремным жаргоном. Откуда же берется сатирик? Как он появляется? Перехожу к рассказу о себе. Моя способность создавать смешное зрелище в качестве актера и режиссера проявилась в театральном институте. Учась на первом курсе, я был приглашен студентами старших курсов принять участие в институтском капустнике как пианист-топер. Мне была поручена роль столетней пианистки Зои Латос-Стукальской. На мне было длинное старинное платье, седой парик, и уже одно мое появление на сцене вызывало смех в зрительном зале. А когда мы с ведущим Сандро Товстоноговым пускались в нашу взаимную игру, то в зале просто все валились от хохота. После этого капустника встречающиеся мне студенты и преподаватели института все начинали улыбаться. Меня записали в комики. Во всех выпускных спектаклях я играл острокомедийные роли. А мои собственные спектакли, которые я ставил в Великолукском драматическом театре, куда был направлен по распределению после окончания института, все были комедиями. «Недоросль» Фонвизина, «Парусиновый портфель» Зощенко с легким паром Брагинского и Рязанова. Кстати, этот спектакль я поставил еще до выхода рязановского фильма. И на мои спектакли публика шла, чтобы посмеяться. После службы в рядах Советской Армии я обрел немалый опыт в создании смешных эстрадных номеров, когда работал режиссером Ленконцерта. А параллельно с этим я был режиссером студенческого агиттеатра «Подорожник» в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта, где вместе с ленинградским поэтом Вячеславом Лейкиным мы поставили ряд спектаклей, с которыми наш студенческий коллектив объездил всю страну. Это была сатира на нравы в студенческой и молодежной среде.
Неудивительно поэтому, что наши представления подвергались жесткой цензуре со стороны институтских и городских худсоветов. Тем не менее, наши спектакли завоевывали призовые места на всех смотрах студенческой самодеятельности. А один из главных призов нам вручил лично председатель жюри Михаил Жванецкий, тогда еще молодой, но очень популярный автор. В середине 70-х я перешел из театральной среды в мир кино и стал работать ассистентом режиссера на киностудии «Ленфильм», обретая кинематографический опыт. А еще через несколько лет я, следуя избранному пути, поступил на двухгодичные курсы сценаристов и режиссеров в мастерскую комедийного фильма Эльдара Рязанова. Это был 1980 год. Время разгула идеологической цензуры, время запретов, полочных режиссеров, охоты на диссидентов. А на наших двухгодичных курсах в Москве был уголок свободы среди необъятного брежневского застоя. Нам читали лекции, с нами вели беседы такие выдающиеся личности, как Лев Гумилев, Мираб Мамардашвили, Натан Эйдельман, Паола Волкова, Андрей Тарковский. Это были свободолюбивые личности, не терпящие над собой идеологического диктата. И именно в это время, благодаря общению с этими удивительными людьми, я стал обретать стройность и последовательность во взглядах. То есть я обрел зрелое мировоззрение. Помню, как меня поразил услышанный на лекции Эйдельмана или Мамардашвили новый взгляд на Россию, в котором утверждалось, что наша страна, начиная с эпохи Петра и по сегодняшний день, представляет собой декоративную цивилизацию, которая передразнивает западную культуру, перенимая от нее ее моду, ее одежду, ее языки, ее демократические институты, ее формы искусства, а сама при этом внутри себя остается по-прежнему неизменной страной рабов и господ. И при крепостном праве, и после его отмены, и при царе, и при советской власти. Этот новый взгляд на Россию как на декоративную цивилизацию показался мне очень верным. И в то же время вызвал желание как-то это изменить. Мне казалось, что я могу своим творчеством воздействовать на сознание своих соотечественников, заставить их смеяться над окружающей действительностью, над самими собой, как это умели делать наши русские писатели Гоголь, Салтыков-Щедрин, Чехов, Ильф и Петров, Булгаков, Зощенко, наши режиссеры Рязанов, Данелия и Гайдай. И я тогда, вероятно, впервые осознал себя не просто как комедиографа, а как социального сатирика. И моей первой курсовой работой стала короткометражка «Очередь», в которой я высмеивал книжный бум в советском обществе, благодаря которому книги из источника знаний превратились в предмет моды, престижа и дизайна. Мое личное общение с Эльдаром Рязановым послужило в дальнейшем, через два десятилетия, материалом для создания комедийного телефильма
С Новым годом, Эльдар Александрович, посвященного 70-летнему юбилею мастера, в котором мы с моим соавтором сценария Аркадием Тягаем превратили Рязанова в Огурцова, героя карнавальной ночи, глупого бюрократа от культуры, чтобы выставить нашего юбиляра в смешном свете. Рязанов был доволен. Ну что ж, попробуем. Великолепно! Так и будут наши гости сейчас на новогодний карнавал. Прекрасно! Так и будет Эльдар Александрович спускаться на свой юбилей. Кто это придумал? Он сам? А кто же еще? Вот стою я сейчас перед вами, простой, великий российский режиссер, начальством пуганный, худсоветами битый, народом любимый. Перебираю в памяти имена коллег и спрашиваю себя, кого еще из режиссеров вот так любят так же, как меня? А? Кого? Да никого. И правильно делают. Моей дипломной работой на высших курсах стал фильм «Желаю вам» по сценарию, написанному совместно с Вячеславом Рейкиным. Об этом я подробно рассказывал в 39-м выпуске «Дома культуры». А фильм рассказывал про доброго чудака, который был предметом издевательств и насмешек в своем городе до тех пор, пока несколько его злых пожеланий, брошенных в сердцах, не сбылись. И тогда он, как человек, умеющий творить зло, стал героем города, стал нужен всем. Прекратите! Да провалитесь вы с вашим чудом! Должен сказать, что, увидев эту ленту, ленфильмовское начальство сочло меня неспособным снимать смешные комедии и вообще снимать полнометражное кино. Я вынужден был вернуться к работе второго режиссера. В этом качестве я отработал на картине «Порох», выдающейся ленте своего друга-режиссера Виктора Арестова, посвященной дням блокады Ленинграда. Но параллельно с этой работой я дожидался своей очереди на кинодебют, на который имел право после окончания высших режиссерских курсов. Я искал сюжет для сценария. И нашел его благодаря знакомству с начинающим кинодраматургом Владимиром Вардуносом. А с ним меня познакомил мой сокурсник по театральному институту, актер Виктор Михайлов. И об этом я подробно рассказывал в 59-м выпуске «Дома культуры», когда говорил о Михайлове. А мой фильм-дебют назывался «Праздник Нептуна». И о нем я подробно рассказывал в 37-м выпуске «Дома культуры», говоря о Владимире Вардуносе. «Праздник Нептуна» я считаю своим первым большим достижением в кинематографе. Именно здесь проявилось то, что я больше всего ценю в комедийном кино. Кино-рассказ, который одновременно существует как бы в двух плоскостях. Первая плоскость – бытовая. Ведется рассказ, достоверный, в подробностях, который показывает события, вызывая у зрителей
эффект узнавания. Да, это им знакомо. Да, они так живут, живут так их соседи. Это правда. Вторая плоскость – философская. Показанные события являются лишь небольшим слепком с более глобальных явлений в жизни общества. И это позволяет думающему зрителю сделать выводы и обобщения относительно жизни страны и народа. В данном случае драматург Вардунос предложил смешную историю, которая могла бы произойти в российской глубинке, где местные жители не ударили в грязь лицом перед проезжими иностранцами. А я, как режиссер зрелища, решил обобщить этот рассказ и связать его с героическими подвигами русского народа, воспетыми в культовых советских фильмах. И, ведя кинорассказ, я параллельно цитировал знакомые всем с детства знаменитые кадры из фильмов «Чапаев». «Гусиный жир – это вещь. Гуси же сутками в воде сидят и ни хрена не мерзнут». «Коммунист». Александр Невский. И это пародирование вызывало гомерический смех в зрительном зале. Смех от узнавания и обобщения. Это была та самая смехотерапия, которая способна излечивать людей от устоявшихся догм и привычных заблуждений. Ну пошли, пошли! Мало так, как это быстрее, ясно! Быстрее, быстрее! Живой как шар горят! Так, стройте смерть! Малые пятки! Дис эспия! Хэс э мистери мандия! Твенти ту хирос! Апрэс! Зе алипсы! Вэ эспия! Нет, красавцы молодые! Великаны удалые! Черумы, как подборы! Синие пятки, белоборы! Малые пятки, крошки! Прыгайте! Ну что вы стоите? Прыгайте, говорю вам! Прыгайте! Постой, Нептун! Ведь ты ж мужчина! Дорогу даме уступи! Следующий фильм «Фонтан» по сценарию того же Вардунаса тоже представляет собой кинорассказ как бы в двух плоскостях. Зритель видит узнаваемую историю взаимоотношений между работниками жилищного управления и жителями многоквартирного дома, находящегося в аварийном состоянии, как и тысячи других домов в российских городах. Сюда, в этот дом, к одному из жителей, главному инженеру жилконторы, приезжает его тесть, аксакал из Средней Азии. Тот устраивает его работника в свою жилконтору на должность сантехника или, по-простому, водопроводчика. Упрямый старик, который, живя у себя в пустыне, привык относиться к воде как к драгоценности, и здесь продолжает жить и действовать по своим древним законам. И это приводит дом к еще большему развалу. Но ловкие чиновники из городских управлений, служб, желая сохранить свое место и карьеру, даже этот развал выдают за эксперимент, за достижение в борьбе за перестройку. Вполне комическая ситуация, которая на бытовом уровне может вызвать смех. Но умный, думающий зритель понимает, что этот многоквартирный дом с его жителями, проблемами и конфликтами представляет собой модель общества в целом, модель России.
Не случайно картина, едва появившись, была показана в Соединенных Штатах американским сенатором. И инициатор показа обратился к собравшимся со словами: «Этот новый русский фильм наиболее правдиво рассказывает о стране и народе, с которыми нам теперь предстоит иметь дело». Стоп! Развернулся! Развернулся! И раз! И раз! И ну что? Бесполезно. Этот дом скорее рухнет, чем эта проклятая дверь. Ну чё, шеф, может, мы отойдем? Нет! Ну чё, через окно, что ли, хотите? Туда стаген нужен. Петр Николаевич, может, мы по пиво пойдем? Ну что, перестал! Ну что там, начальство в курсе? Прислали за вами. Да? Увольнять хотят. Чего? Увольнять хотят. Приказ видели. Ну, правильно, так оно и лучше. Ты поэтому нацепил галстук, думаешь, красивый, молодец. Тебя уволят из галстука. Я могу закрыться, но я думаю, что с галстуком труднее будет уволить. Жалко, жалко, Донг из крыши останется, трубы замерзнут. Вот он, сады полны! Сейчас кассир помогает! Отец, я тебя умоляю! Будь человеком! Посмотри, проклятики, Причины для возникновения идеи фильма «Бакенбарды» стали листовки Патриотического общества «Память», которые при мне разбрасывали в ленинградском метро. В листовках были указаны адреса писателей, журналистов, общественных деятелей, которым нужно прийти в назначенный час X и потребовать ответа за предательство России. То есть это был призыв к расправе. Все то же самое, к чему сегодня призывают путинские патриоты. С этой листовкой я приехал к своему соавтору Вячеславу Лейкину в город Пушкин, и мы стали вместе придумывать сценарий фильма, который убедительно показал бы зрителю, как из его рядов незаметно появляется фашизм, как он подавляет все общество, стремясь причесать его под одну гребенку. И что немаловажно, на свои знамена фашизм или нацизм всегда берет общепризнанные в народе святыни, будь то Христос, Магомед или Пушкин. Привет, господа мордастые! Чем занимаемся? Сил качаем. А зачем вам сила-то? Чтоб честных людей сзади по голове шарахать? Так для этого сил не нужна. Для этого подлости вполне достаточно. Правда, дядя? Ага. А ты здорово палкой махаешь. Есть немного. Покажешь? С того раза не запомнил. Ну, а почему бы не показать? Можно и показать, только здесь тесновато. Может, во двор выйдем? Пошли. Ща рембу нас задавит. О, отличный манеж, воздух чище. Саш, подержи пиджачок. А вы, смотри, мои, вылезай, вылезай, вылезай. О, урожай еще Бог послал. Вот палка какая-то. А вот и железяка, все сгодится. Ну-ка, дай сюда. Руки мол. Ты что, пол? Я тебе... Трость! Это, сударь мои, универсальное изобретение человечества. Это не только изящная штучка, но и великолепное оружие. Во, даже против таких долболобов, как он. Или, может, кто-то сомневается? Сдохнешь, старик. Я! Только после вас. Ты что, сука? Не сука, сударь, варюшка, не развивай! Я маленький, зато с этой штучкой я великий! Нападаю, разрешаю! Кто желает? Нападение, брат, сестра, защита! Ну, давай, молодой, здоровый, хорошо! И ты молодец, на! Ну, кто еще сомневается в силе маленьких людей? Есть среди вас мамонты, а? Или остались одни пивни, ну что? Ну что? Ну кто еще хочет? Давай-давай! Ну тогда
надо нападать! Держись, заморское племя! Барыши, не бьем? Господа бивни, прошу прощения за доставленные мной неприятности, но будем считать, что это наш первый урок. Когда мы уже начали снимать фильм «Бакенбарды», в Тбилиси произошли страшные события. Чудовищный разгон многотысячного митинга у здания правительства. Собравшиеся требовали независимости Грузии от Советской империи. Приехавшие в Тбилиси советские ОМОНовцы разогнали митинг, жестоко расправившись с демонстрантами при помощи военного отравляющего газа и орудуя саперными лопатками. В результате были убиты 19 человек и покалечено более 300. Это было страшное преступление, которое легло несмываемым пятном на эпоху Горбачева при всех плюсах перестройки. Я видел репортажи о событиях в Тбилиси по телевидению и понял, что мои герои, пушкинисты с боевыми тростями, должны прийти именно к такому результату. Мы должны снять разгон митинга, которого не было в сценарии. И мы сняли его у памятника Ленину возле Ленинградского дома культуры Пищевиков. Перестроечное время было для меня особым состоянием российского общества, когда большинство россиян у себя в разваленной дискомфортной стране жить не хотело, а на Западе не могло. Именно про это фильм «Окно в Париж», который мы сочинили с Аркадием Тягаем, использовав идею с волшебным окном, подсказанную нам Алексеем Германом с подачи его московского коллеги, режиссера Феликса Миронера. После выхода картины на экран мне пришлось давать немало интервью, в которых я разъяснял свою авторскую позицию и то, что хотел выразить в фильме. Но если коротко, в двух словах, «Окно в Париж» – это портрет человека из России на рандеву с Европой, где он во всей красе показал, что собой представляет. Дорога! У твою мать! Дорога в театре!
Верка дверь нашла. Все, я линяю. Так, слушай, Надя же изделие. Да аккуратнее будь, тут спит на каждом шагу. Тихо, черти носят! Сволочь такая, паскуда! А вы сказали, что я с работы уж приходили. Слушай, так. Верка, я тебе что сейчас расскажу. Глазам своим не поверишь. Это он тут уже нашел. Паскуда ты такая. Ну что, обалдел, это же Николай с них крутит. Коля, покажись. Ну, видел, дура. Это ж Коля. Видишь, нет? Порази! Ты руки еще распускай! Я тебе покажу, где я шляюсь! Глянь, ты такая, я милицию сдам! Что это за мордобой? Кто вы такие? Откуда вы вообще взялись? Вы что, не понимаете по-французски? Я вас не понимаю. Так, мне все это надоело, я вызываю полицию. Не надо полиции. Я вас прошу, не вызывайте полицию. Вы нас не бойтесь, мы вам не причиним никакого вреда, поверьте. Мерда. Черт возьми. Подождите, я вам рояль бесплатно отремонтирую. Только не надо полиции. Месье Прево, у меня к вам просьба. Избавьте меня от этого субъекта. Кто вы? Откройте, отпустите меня. Вы меня не поняли. Нередко фразы из кинофильмов становятся крылатыми. Их запоминают, а потом цитируют по разным поводам. Таких крылатых фраз в картине «Окно в Париж» оказалось немало. Но самой важной для меня является фраза, сказанная учителем Николаем Николаевичем Чижовым, которую я считаю формулой российской ментальности. Давайте, воспитывайте, облагораживайте, истончайте души. Обратите внимание, как вы со мной разговариваете. Как с ребенком или как с мудаком. Ну что? Для вас мой предмет абсолютная чепуха. И дети это видят. Николай Николаевич, давайте откровенно. Мы же все-таки не музыкантов готовим, а бизнесменов. Вот когда вы работали в музыкальном училище, тогда ваш предмет был главным. Но вы же там не сработались. А у нас главное – менеджмент и маркетинг. Ну, конечно, я понимаю. Раньше вы воспитывали строителей коммунизма, теперь строителей капитализма. А в результате получается одно и то же. Жлоб, невежда и вор. В моей режиссерской практике было нередко, когда я в законченный сценарий вносил новые эпизоды, подсказанные самой жизнью. Так было с разгоном митинга в Бакенбардах. Так было и с одним из главных эпизодов в фильме «Окно в Париж». Был конец апреля, я готовился к съемкам. Вечером, или скорее даже ночью, моя Людмила отправилась гулять с нашей собакой Ширли, которую мы обычно звали Ширли-Мырли. И это прозвище так понравилось Владимиру Меньшову, что он так и назвал свой фильм «Ширли-Мырли». Ну вот, отправились они гулять, а я остался дома работать над раскадровкой. Где-то через полчаса они вернулись, и у обеих широко открыты рты от потрясения, и у Людмилы, и у Ширли. Оказалось, что на пустынной Гороховой улице они увидели неторопливо бредущего плотного мужчину, который вдруг внезапно, без всякого повода, ни с того ни с сего, набросился на телефонную будку и всю ее изметелил вдребезги, а потом также неторопливо побрел дальше. «Гениально!» – вскричал я. «Именно такого эффекта не хватало для пребывания француженки в Питере. Это будет кульминация ее впечатления о России». А этот эпизод стал для меня едва ли не самым главным в фильме. А разбитая телефонная будка стала символом той ушедшей эпохи. Thank you.
Фильм «Окно в Париж» был украден и разграблен на миллионах пиратских видеокассет, которые продавались в тысячах магазинах по всей стране, во всех ларьках, на всех рынках. Они распространялись и в многочисленных видеосалонах. Их можно было найти в многочисленных пунктах проката видеокассет. На этом сильно разбогатели жулики всех мастей, включая главарей бандитских группировок, руководителей киностудии «Троицкий мост» при Ленфильме, владельцев сети кинотеатров «Люксор» в Москве. Все они заработали миллионы на фильме «Окно в Париж», в то время как его создатели почти ничего не выручили от реализации своей картины. Мы не смогли привлечь к ответственности даже наших грабителей, потому что вокруг нас была целая страна воров и жуликов всех мастей, включая продажных силовиков и работников судебных органов. Но поскольку деньги для меня никогда не были главным, я хотел заниматься творчеством. Хотел снимать следующее кино. Но несмотря на феноменальный успех картины «Окно в Париж», я не мог получить государственной поддержки на свой следующий кинопроект. Первая половина 90-х годов вообще была временем глубокого кризиса в российском кино. У Госкино не было денег. Федеральные деньги мог получить только Никита Михалков. Известен тот знаменитый случай, когда премьер-министр Черномырдин подарил ему 40 миллионов долларов на его новый кинопроект. В России все возмутились этим. А Михалков говорил: да, это подарок от моего друга Черномырдина, он не имеет никакого отношения к российскому кино. На эти деньги Михалков снял свою вампуку, фильм под названием «Сибирский цирюльник», который для меня является примером помпезного, лживого и дурновкусного кино и свидетельствует о деградации режиссера, потерявшего свой талант. Что касается так называемого подарка от Черномырдина, то вскоре выяснилось, что премьер-министр забрал эти 40 миллионов долларов из бюджета российского кино и таким образом оставил всю российскую кинематографию без средств к существованию. В результате профессиональные режиссеры и любители стали снимать дешевое кино на деньги частных предпринимателей. Это дешевое кино, конечно, отличалось от того дешевого кино, которое снималось в Италии в послевоенные годы, которые мы называем неореализмом. Здесь не было ни таких ярких талантов, ни таких ярких идей. Эти фильмы в лучшем случае были среднего уровня, но в основном это был мусор, который в Америке принято называть трэш. Но в то же самое время, когда российский кинематограф переживал кризис, телевидение в России развивалось бурными темпами, благодаря огромным доходам от рекламы, на которую не успели наложить лапу государственные чиновники. Мой товарищ и коллега, композитор Заливалов, предложил мне изготовить авторскую видеопрограмму и предложить ее какому-нибудь всероссийскому каналу. Так мы и поступили, и сняли музыкальную развлекательную программу, которую поначалу назвали «Клуб меломанов», и предложили ее начальству московского канала РТР. Наша программа была принята в сетку вещания под названием «От форте до пьяно». Многие композиторы-классики, сочинители очень серьезной музыки, в жизни были большими чудаками. И сегодня мы хотим вам рассказать о некоторых их чудачествах. Александр Порфирьевич Бородин, автор «Князя Игоря» и «Богатырской симфонии», представляется нам этаким суровым патриотом, погруженным в мир русской старины. Однако это не совсем так. Вспомним хотя бы его детскую польку для 10 пальцев и 2 морковок. Несмотря на то, что мы обозначили жанр нашей авторской программы как развлекательный, я, являюсь автором проекта, не мог уйти от своего сатирического взгляда на вещи. В 90-е годы, после распада Советского Союза, Новая Россия отказалась от старого гимна, связанного с эпохой Сталина, эпохой массовых расстрелов и исправительных лагерей. Временно утвержденный гимн на музыку Глинки был невыразителен, мало кому нравился, и все ожидали появления нового гимна. Депутаты-коммунисты, которые обладали в Госдуме влиянием, ратовали за возвращение старого гимна с музыкой Александрова. Их активно в этом поддерживал Никита Михалков, который где только мог агитировал за возвращение старого гимна, но с новым текстом своего отца. Это был, в отличие от коммунистов, для него не идеологический, а чисто коммерческий проект. Ведь если бы удалось утвердить старый гимн с новым текстом Михалкова-старшего, то каждое его исполнение приносило бы доход семье Михалковых, а он должен был исполняться дважды в сутки по радио
в 0 часов и в 6 часов утра, а также на многочисленных государственных и спортивных мероприятиях. Так что это был очень серьезный экономический проект для семьи Михалковых. И мы в нашей программе решили несколько умерить их пыл и напомнить нашим зрителям одну из одиозных советских песен на слова Сергея Михалкова. Наша сила в деле права, советским героям слава, мир забывала народом, наша родина, наша держава. Но опять спокойно спать не дают матерям и детям. Те, кто хотят нам войною, будут за это смотреть. Те, кто хотят нам войною, будут за это смотреть. Народом русским идут грузины и украинцы, и осетины, идут эстонцы, азербайджанцы и белорусы. Большая земля, и год от года, в руках народа, большие заводы, большие поля, становится краше, родная наша, советская наша земля. После этой чудовищной песни мы всерьез взялись за старый сталинский гимн и посвятили ему целое псевдоисторическое расследование, которое является пародией на советскую пафосную документалистику. И что любопытно, некоторые зрители той программы приняли нашу историю за чистую монету. И мне интересно, как отнесутся к ней сегодняшние зрители нашей программы «Дом культуры». Найдут ли они в ней повод для смеха? Об этом я узнаю из ваших комментариев. Сегодня мы хотим вам рассказать о путешествии мелодий. Действительно, музыкальные мелодии совершают удивительные путешествия во времени и в пространстве. И даже те из них, которые, как нам кажется, рождаются на наших глазах и сочинены современными композиторами, на самом деле совершают долгий путь с прихотливыми поворотами, прежде чем попадают в наши уши. XIII век. Крестоносцы совершают регулярные набеги на славянские земли. Сражения и мелкие стычки между войсками происходят довольно часто. У рыцарей Тевтонского ордена есть свой постоянный ритуал, предшествующий битве, и обязательный воинственный клич средневековой трубы, который возвещает о начале сражения, поднимает боевой дух воинов, вдохновляет их на подвиги, зовет в бой. Исполнявшаяся довольно часто, эта мелодия осталась в памяти народа. Но она поменяла адрес. И теперь вместо враждебной и иноземной превратилась в патриотическую песню, воспевающую подвиг Александра Невского. Ясный цвет наш, Александр Ярославович, земли русской ты надежда и спасение. Воспал повсюду храмы православные. Эта эпическая народная мелодия сохранилась благодаря замечательным собирателям славянского фольклора Ивану Васильевичу Елинину и Петру Николаевичу Киреевскому. И память вечная. Прошло более 5 столетий. Член-корреспондент Петербургской академии наук, выдающийся русский ученый Миклуха Маклай совершает свое знаменитое путешествие на Новую Гвинею. Там ему удается завоевать доверие папуасов, которые, будучи каннибалами, до встречи с русским ученым съедали всех путешественников, предпочитая мясо европейцев блюдам из своих соплеменников. Миклуха Маклай пользовался у папуасов таким доверием, что они допустили его к своим кровавым пиршествам, которые сопровождались танцами и песнопениями. Вот мелодия, которую записал тогда Миклуха Маклай и которая исполняется племенами и по сей день. Вернувшись из путешествия,
Миклуха Маклаев привозит с собой множество экспонатов для кунсткамеры и нотную запись папуасской мелодии. Брат ученого, студент Петербургской консерватории, решает аранжировать эту мелодию и обнародовать ее как песню папуасов. Но мелодия, так, к его сожалению, оказывается слишком короткой для песни. Тогда он открывает сборник Рябинина и Киреевского и находит там песню об Александре Ярославиче, которая по существу является боевым сигналом тевтонских рыцарей. Он объединяет эти две мелодии как запев и припев, сочиняет к ним свой текст и называет это «Вальс свободных папуасов», выдавая свой текст за точный перевод с языка туземцев. Затем он разучивает получившуюся песню с любительским хором. И вот, наконец, долгожданная премьера в Доме Петербургского общества любителей музыки. Открытые солнцем, умытые море, мы дети природы, мы братья огня. Пойдем на охоту, убьем носорога и тигра поймаем свою западню. Остров свободный наш, остров зеленый наш. Так получилось, что на этом концерте присутствовали народовольцы. Среди них были Александр Ульянов, Софья Перовская, Вера Засулич и даже маленький Володя Ульянов. Эта песня так полюбилась революционерам, что они попросили своего соратника Бабушкина написать к ней новый текст, который отражал бы мысли и настроения борцов с самодержавием. Счастье людей мы клятву все даем тебе. Пусть твой продолжит в той борьбе. Жалость окинув мы все как один. Буржую в стенке выставим, царя и свиту вытравим. Лишь пролетар нас господин. 1905 год. Первая русская революция потерпела поражение. Многие революционеры были арестованы, многие ушли в подполье. Вместе с ними в подполье ушла и революционная песня. Она была запрещена царской цензурой, но от этого стала еще более популярной. Прошло 10 лет. Руководители партии большевиков находились в сибирской ссылке. Здесь, в Туруханском крае, с ней познакомился и будущий руководитель советского государства Иосиф Виссарионович Сталин. Земля, где тираны раскали свободу, постелью навеки осталась твоей. Ты жил и трудился на благо народа, грузин или русский, поляк или еврей. Мы клятву все даем тебе, путь твой продолжить в той борьбе. Жалость откинув мы все как один, буржуя к стенке выставим, царя и свиту вытравим, лишь пролетарий нас господин. Гитлер развязал кровавую бойню в Европе. Немецко-фашистские захватчики хотят сломить не только военную мощь коммунистов, но и их боевой дух. С этой целью они решают дискредитировать «Интернационал», который был гимном Республики Советов. Нацистский композитор Клаус Блюмке по заказу Геббельса пишет «Марш штурмовиков», в котором в бьорном издевательском варианте пародирует мелодию «Интернационал». Сталин взбешен. «Интернационал», который вдохновлял на подвиг несколько поколений советских людей, обесчещен и оплеван. Преданный надругательству врага, он уже не может выполнять роль гимна коммунистического государства. И генсек заказывает советским композиторам новый гимн.
Сотни композиторов день и ночь сочиняют мелодию для него. Десятки комиссий знакомятся с их сочинениями, отбирая из них самые достойные. Однако Сталину не нравится ни один из предложенных вариантов. Между тем близится день полного разгрома гитлеровской Германии. Мир будет праздновать победу, и на глазах всего человечества страна-победитель будет исполнять свой государственный гимн. Ситуация становится критической. Музыканты главного военного оркестра страны и его руководитель генерал Александров ночуют в Кремле, готовые в любой момент приступить к разучиванию нового гимна, как только его утвердит товарищ Сталин. Наконец, Сталин будет Александрова. Он напевает ему песню о большевике, которую услышал еще в Туруханской ссылке. Александров, набросав мелодию, срочно передает ее Михалкову и Регистану. И они тут же приступают к сочинению нового текста. А Александров бежит к квартире Шостаковича, который находился в то время под домашним арестом за антинародную оперу Катерина Измайлова. Он предлагает ему сделать оркестровку гимна, обещая замолвить за него словечко вождю. Шостакович в течение часа аранжирует новый гимн и возвращает его Александрову. А Александров срочно мчится в Кремль, будет музыкантов и приступает к репетиции. А вечером специально собранное политбюро уже слушает новый гимн. Политбюро единогласно утверждает его в качестве государственного гимна страны, каким он и пробыл до недавнего времени. Сейчас эта мелодия снова вакантна. И в каком виде она вновь вернется к нам через сотню-другую лет, сегодня даже невозможно предугадать. Однако можно с уверенностью сказать, что мелодии редко умирают. Да, они переживают десятки поколений людей и связывают с собой разные исторические эпохи. А пока мелодия бывшего советского гимна сохранилась лишь в заморском клипе, мы решили предложить вариант нового гимна России нашему правительству. Такой вариант, который отразил бы различные политические пристрастия, бытующие в нашем обществе, и тем самым объединил бы народ. Мы предложили новый вариант гимна на суд петербургской общественности. Вот как он мог бы прозвучать в исполнении главных часов страны – кремлевских курантов. Новый гимн понравился нашим коллегам, и мы с нетерпением ожидаем решения президента. К сожалению, в борьбе за гимн победил Никита Михалков. И теперь все депутаты, все госчиновники, спортсмены, целые стадионы встают при первых звуках гимна и начинают петь пустые, помпезные, лишенные смысла слова, которые настряпал Михалков-старший. Едва этот его текст был напечатан для ознакомления в прессе, как подвергся разгромной критике со стороны людей, понимающих в литературе. Но все было бесполезно. В России всегда решал все самодержец. А им стал Владимир Путин, который сменил Бориса Ельцина на посту президента страны. Он утвердил старый сталинский гимн,
с новым текстом Михалкова-старшего, находясь в дружеских отношениях с Михалковым-младшим. В Россию вернулся старый сталинский гимн. А вместе с ним победили самые реакционные силы, которые в результате привели к тем страшным событиям, что мы переживаем в наши дни. Но все это было потом. А тогда, в середине 90-х, я с большим интересом и удовольствием постигал новый для себя формат телевидения, работа с хромакеем, компьютерный монтаж, создание виртуальных декораций и интерьеров, и современных, и исторических, для любого видеорассказа. Мне нравился телевизионный темп работы, быстрый, мобильный, благодаря которому мы очень многое успевали сделать за день. Мы непрерывно снимали наши программы на киностудии «Ленфильм». И помимо того, что получали удовольствие от творчества, мы приносили большую пользу киностудии, занимая в нашей работе многих ее работников – художников, костюмеров, гримеров, светотехников, работников цехов. А помимо этого, занимали в наших программах и безработных актеров, которые нуждались в заработках. Но помимо этого, они получали у нас такие роли, какие никогда не получили бы ни в театре, ни в кино. Наконец, дама-конферансье объявила: Сергей Прокофьев, концерт для фортепиано с оркестром, исполняет автор. Молодой композитор стремительно вышел к роялю и заиграл. Корсаков публично поздравил молодого человека с победой и присудил ему обещанный рояль. С тех пор композитор не расставался со своим роялем всю жизнь и даже за границу возил его с собой. Через 2,5 года руководство ВГТРК по каким-то соображениям, вероятно, финансового характера, решило сократить ряд своих программ, в том числе и нашу «От форте до пьяно». Мы загрустили. Но через пару месяцев телевизионные начальники вновь обратились к нам и предложили продолжить наши выпуски, но теперь уже под другим названием. Вероятно, чтобы не платить нам неустойку. Но мы были вынуждены согласиться на эти условия, и теперь наша авторская программа стала называться «Хамелеон». Из далеких времен несет собой перед хамелеон. О превращении я влюблен, и его мы зовем. Приветствую зрителей программы «Хамелеон». Вместе с этим замечательным зверьком мы с вами совершим путешествие по странам и эпохам, находя в них все то, что смешно или любопытно, или забавно. Наш «Хамелеон» обрел новые качества. Выпуски программы были более совершенными и эффектными. Наибольшими достижениями «Хамелеона» я считаю пародийную поп-оперу «Женька Онегин», биографический фильм о Леониде Утесове и псевдомексиканский сериал «Санчос Ранчо». Напомню эти работы короткими фрагментами. Итак, опера «Женька Онегин», которую мы сделали вместе с автором текста Вячеславом Лейкиным и композитором Алексеем Заливаловым. По сути, она была сатирой на российскую массовую культуру с ее попсой, невежеством и пошлостью. Я вас люблю, чего же более, и так скажу об этом вкратце. Я как рябина в чистом поле, что хочет к дубу перебраться. Вообрази, я здесь одна, никто уж больше мне не люб.
Хочу быть выпита до дна одним тобою, о мой дуб. Жизнь без тебя тоска и мрак. Давай вступать в законный брак. Привет! Привет! Знакомьтесь, Макс! Привет! Привет! Татьяна! Макс! Мои супермускулы стали! Я получил вчера ваш факс! Я получил вчера ваш факс! Что от меня вы заторчали? Скажу вам прямо, я готов! Скажу вам прямо, я готов! Перепихнуться где угодно! Но я не дожил до годов! Но я не дожил до годов! Когда жениться нынче модно, еще свое не отгулял. Меня вы, Таня, извините, вас референткой я бы взял и ублажал бы, как хотите. Вас референткой я бы взял и ублажал бы, как хотите. Устроит вас подобный факт, я с вами подпишу контракт. За прямоту спасибо, Женя, она открыла мне глаза. Но не по мне такая феня, по гороскопу я коза. Я референткой вам не буду, я не какая-нибудь там. Обиду вам я не забуду и унижать себя не дам. Подстилкой никому не буду, себя до свадьбы не отдам. Соплячка строит из себя, а посмотреть одни лопатки. Она старик не для тебя, мы будем с ней в одной кроватке. Наш видеофильм об Утесове, рассказывая о нем как об уникальном артисте, в то же время показывал, как идеологический диктат авторитарной страны душит художника, воплощает его талант, превращает самобытного творца в банальную посредственность. Несмотря на ошеломляющий успех теоджаза Утесова, а может быть именно поэтому, партийные руководители решили вмешаться в его дела и немножко поруководить. Да. Утесова вызвал к себе председатель комитета по делам искусства. Хорошо. Платон Кежинцев. Товарищ Утесов, если вы будете и впредь продолжать исполнять мурку, куплетики и прочую пошлятину, я вообще запрещу вам концертную деятельность. Я не могу ослушаться вашего приказа, но мне кажется, что вы просто не любите эстраду. Да, я не люблю эстраду и не скрываю этого. Более того, буду и впредь делать все для того, чтобы искоренить ее как чуждый нашему обществу жанр. А Владимир Ильич придерживался другой точки зрения. Откуда вам известно, какого мнения придерживался Владимир Ильич? Ну как же, в воспоминаниях Надежды Константиновны Крупской там сказано, что когда они были с Лениным в Париже, то частенько посещали концерты эстрадного артиста Монтегюса, а он, между прочим, пел и песенки, и куплеты, и Ленин с восхищением отзывался о нем. Но вы-то не Монтегюс. Да, но и вы не Владимир Ильич, Платон Михайлович. Теперь мурку Утесов пел с новым текстом. Запоет гармошка, а за ней тихонечко идет. Дрогнет занавеска, глянет из окошка милая хорошая моя. Почему-то народ не подхватил эти новые слова мурки, а продолжал петь ее в известном блатном варианте. Неизвестно, как сложилась бы судьба теоджаза, если бы Утесова как-то не пригласили бы в Кремль выступить перед членами правительства. К нему подошел Климент Ефремович Ворошилов.
Товарищ Тесов, спойте-ка нам Мурку. Не могу. Что значит «не могу»? Мне Керженцев запретил вплоть до увольнения с работы. Керженцев. Вы посмотрите, кто просит. Сталин? Сам Иосиф Виссарионович. Прибыла в Одессу банда из Амура. В банде были урки-шулера. Банда занималась темными делами и за ней следила Губчика. Платон Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Я должен признаться, вынужден был нарушить ваш запрет. Подождите, какой запрет? На Мурку. На Мурку? Ну, я здравствуй, знаю, моя Мурка, здравствуй, дорогая. А на каком основании? Меня очень попросили. Что значит попросили? Если каждый идиот будет вас просить, вы что же будете нарушать мои распоряжения? Ну, если Иосиф Виссарионович, по-вашему, то я... Кто? Сталин. Леонид... Осипович. Иосифович. Благодарю вас. Творческих успехов. Спасибо. И вам также. А что касается нашего сериала «Санчес Ранчо», который мы придумали вместе с Владимиром Мардунасом, то это была пародия. Карикатура на вкусы телезрителей, обожающих мексиканские сериалы, которые в то время заполонили все телевизионное пространство. Здравствуйте. Привет. Привет. Чем там закончился прошлая серия? Я же ничего не видела. У нас из операционной телевизор вынесли. Да. Ванита Хулио оказался приемным отцом Марии. Он бросил Хуану одну среди кактусов, да еще беременную. Слушай, а это самое, старик-то не сдох? Дон Пачино? Нет, он усыновил Санчо Сранчо, однозначно. Все-таки усыновил, значит, скоро сдохнет. Самое интересное, что Санчо узнает, что, он, что Мария его племянница, а просто Хуану старшись это вставляет. Вот это да! И теперь они с Марией не могут пожениться, потому что Санчо Сранчо, ее родной дядя, ты представляешь? А Дон Педро, Дон Педро отправился к приемному отцу Санчо Сранчо, этому индейцу вот этому, как его? Змеиный коготь. Они еще потом дрались с ним, И Дону Педро досталось по спине томагавка. Кошмар! Закручено будь ради! Здорово! Ты посмотри, ну какая серия! Столько событий тебя же все пропустила! У нас же этот гад шпиц белгазан из операционного телевизор вынес. Говорит, все, выноси телевизор, только что ты телевизор и смотрите. Санчо, Санчо, я пришла сказать тебе свои самые сокровенные слова, чтобы излить то, что гнездится в моей душе. Что же гнездится в твоей душе, Мари? Открой мне твои откровения. Я беременна, Санчо. Беременна? Но от кого? Я не знаю. Как? Доктор Педалис сказал мне об этом. Но может он ошибся? Нет, Санчо, я верю ему, ведь это он спас меня от ужасных укусов крокодила, который напал на меня. Я тогда даже потеряла сознание от ужаса. Правда, на какое-то мгновение. Но кто же отец ребенка? Я не знаю этого, Санчо, и мне так стыдно, что я решила броситься в реку и утонуть. Прощай! Постой, Мари, не делай этого. Я найду отца твоего ребенка, кем бы он ни был, и что бы мне для этого не пришлось бы совершить. Постой, ты сказала, что потеряла сознание, когда тебя спасал доктор Педалис? Да. Так это он и овладел тобой, когда ты была без сознания. Но это же было всего лишь какое-то мгновение. Доктор Педалис врач, и ему не нужно много времени, чтобы зачать ребенка. Ты думаешь? Уверен. Нет, я не хочу в это верить. Если даже такой благородный человек, как доктор Педалис, оказался коварным насильником и овладел моей беззащитностью. Постой, Мария. Ох, глянь, а что же они не показали, как он овладел ее беззащитностью? Тебе только плейбой смотреть. Тут, понимаешь, ты такие прекрасные чувства, ему голую задницу подавай. На больше не способен. При чем здесь задница-то, понимаешь? Мне просто интересно, как он быстро ее... А то ты не знаешь, да? Нет. Я бы видел этого Педалиса, я бы ему показала свою беззащитность. Да, это точно. А я бы не показала. Такой симпатичный, с усиками. Я вот тебе покажу, ты только вот перенеси в подоле. А я, между прочим, уже беременна. Что? Да вот ты ж! Откуда ты знаешь?
Доктор Педалис сказал. Это что за новости? Когда ты успела? Слушай, если вы будете ругаться, идите ругаться в другую комнату. Надо разобраться. Нет, давайте сначала здесь разберемся, а потом будете со всякой ерундой разбираться. Правильно, правильно, надо досмотреть. Бесстыжая рожа. Проститутка. Дыши ты. В 98-м году наша программа «Хамелеон» была закрыта по решению нового телевизионного начальника Михаила Лесина, того самого, который позже стал шефом пропаганды Путина и создателем канала Russia Today. А в ноябре 2015 года он был убит в Вашингтоне при загадочных обстоятельствах в связи с какими-то темными делами. К счастью, в это время подоспело приглашение от Эльдара Рязанова, который предложил мне придумать и снять смешной телефильм, посвященный его 70-летнему юбилею. А чем здесь порадуете? Сюрприз, Сергей Иванович. Стоп, стоп. Пожалуйста, ритмично. И начинать всем вместе. Сдурел, что ли? 3, 4. Пришел Эльдар. Пришел Эльдар. Давным-давно. Давным-давно снимать веселое кино. Смешил людей. Смешил людей. И вот справляет юбилей. Справляет юбилей. Извини, пожалуйста. Все нормально, все. Продолжайте. И вам кажется, что это смешно? Очень. У нас с вами разное восприятие смешного. Твоя школа. Спасибо. Это стало быть пантомима, да? Нет, это балетная сюита. Смех побеждает пороки. Вот в черных очках это бюрократ, с красным флагом это коммунист, а в кожаной куртке это бандит. Это стал быть я, который побеждает эти пороки, да? Точно. И вы это хотите показать на моем юбилее? Обязательно, это наш подарок. Вам нравится, да? Очень. А вам? Вы идиот. В том же году мы вместе с Аркадием Тягаем и Владимиром Мардунасом приступили к работе над новым комедийным фильмом «Горько». По своему содержанию этот фильм очень напоминает «Декамерон» Боккаччо. В том произведении эпохи Возрождения молодые люди, прячась в замке от чумы, вынуждены, чтобы скоротать время, рассказывать друг другу забавные истории. То же самое происходит и в нашем фильме «Горько». Многочисленные гости, собравшиеся во дворце бракосочетания, вынуждены ожидать невесту, которая опаздывает на собственную свадьбу. И для того, чтобы как-то убить время, рассказывают друг другу экстравагантные истории на тему любви и брака. Большинство этих историй основано на юморе абсурда. Но есть там и сатира. Сатира на телевидение, которая соблазняет доверчивого телезрителя обещанием счастья, оболванивает его и насильно женит вопреки его воле. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вам, Ника. Спасибо. А как вас зовут? Сергей. А я думал, что вы все про меня знаете. Пока нет, но у нас все впереди. Да? Конечно. Пойдемте, Сережа. Нас уже ждут. Кто? Господа, пойдемте со мной. Возьмите ваш номер. Извините, у меня вопрос. Все вопросы потом. Так, что вы встали, как стадо баранов? Быстренько, по очереди. Первый.
второй. Все, все по очереди. Мужчины, пошли! Так, пошли. Первый, второй. Не зажиматься. Дамы и господа, Богом. Мы начинаем. Активнее аплодисменты. Дамы и господа, мы хотим, чтобы сегодняшний вечер подарил счастье тем, кто в нем особенно нуждается. А нуждаются в нем те, кто одинок, у кого нет любимого, кто не избалован лаской, заботой и домашним уютом. Такие люди сегодня у нас в студии. Они участники нового телешоу «Кузница счастья». А сейчас мы приветствуем представительниц лучшей половины человечества. Итак, напоминаю, что наше первое задание «Найди себе пару» продолжается. Поздравляем участников нашего нового телешоу, которое помогает не только избавиться от одиночества, но и найти свое настоящее, подлинное, земное, человеческое счастье. Найти свою половину. Отныне мы каждый месяц ждем вас здесь, в нашей кузнице счастья. После фильма «Горько» мы с Владимиром Варнунасом затеяли новый многосерийный проект, на который нас вдохновил популярнейший в то время американский сериал «Секретные материалы». Мы с Володей решили, что российская действительность дает богатейший материал для всяких ужасов и чертовщины. Но в отличие от американского сериала, мы решили сделать наш комедийным и назвать его «Русские страшилки». В результате были сняты 18 серий, каждая из которых обладает самостоятельным сюжетом. И все они, как и американский сериал, связаны двумя главными героями – корреспондентами уфологической газеты «Русские страшилки». В их ролях выступили Юрий Гальцев и Катерина Ксеньева. Я ничего не понимаю. Лев, Маша, у меня до сих пор нет ни одного вашего материала. Боже! Вас не было почти недели. Чем вы там занимались? Где все то, чем вы мне тут взахлеб рассказывали? Да поймите вы! Ну в чем? Фотоаппараты, пленки отобрали в милиции. Ну и что? Фотоаппарат потом вернули, а пленки нет. Это мы заявили в милицию о вашей пропаже. Вас объявили во всесоюзный розыск. Не надо было этого делать. Видал, какие умные? Для вас же старались, в конце концов.
Вас никто не просил! А если вас бы убили? Тогда тем более не надо было искать нас. У нас из-за этой милиции и пограничников материала никакого не осталось. Да, вот и получается, что всем вашим рассказам грош цена. Да, действительно, я бы такого и придумать не смог. Погодите, до этого Загибалов даже на карте нет. Да поймите вы, засекречено это Загибалово! Нет! Я ничего не понимаю. В чем дело? Как вы понимаете? На карте! Засекречено! Нет! Как вы? Какая же это осталось? Что? Это где гриб и жар-птица? Вы так думаете? Точно, я всегда смертно царапаю. Смотрите, гриб и жар-птица. Давайте срочно в проявку. Фрутки, займитесь этим. Молодец. Нет. Я сама. Я должна хорошо, хорошо, делайте, сама. Делайте. Ты тоже, давай. Пошел. Помогайте, ага. Все помогайте. Хорошо. Ну давай. Пленка в кофре быстро нашлась. Вот командировка удалась. Пользуйте мальчика пользуйте. Мальчика. Ну что там? Ну где там ваш хваленый гриб? Вот гриб. По-вашему, это гриб? Да. Нет, это какое-то темное пятно. Да нет, здесь вообще какие-то блики и пробелы. Это жар птицы всю пленку засветили. Они, знаете, как светили? Да. Это значит, они не просто фосфорицируют, а излучают ионоизлучение. Вы представляете, какие мутации происходят? Я не представляю, что нам давать следующий номер. Да, значит, гриба тоже нет. Я виноват, или вы виноваты? А вот здесь что-то виднеется. Это вам видно, мне черта не видно. Да нет, какие-то есть, какие-то черта не есть. Но это же не гриб. Не гриб, а мне кажется, гриб. Так вам кажется ли вы уверены? Кажется. Ой, я все-таки думаю, что это гриб. Так значит, вы оттуда ничего не привезли. Подождите. Как это ничего? А впечатление? У нас, Львом Николаевичем, масса ярких впечатлений. Вы извините, Машенька, но впечатление – это ваше личное дело. А нашей редакции нужны вещи более существенные, чем ваши впечатления. Снимки. Документы, слайды, да. Рукописи, записи. Да, на конце концов, фольклор, черт возьми. Есть фольклор. Мы оттуда песню привезли. Да. Замечательную. Песню? Про цветной снег. Возможно, и вы размышляли об этом. Не лучше ли снег, обладающий цветом? Или лиловый, или бордовый. Какой бы нарядной была бы зима бы, и были б не белые снежные бабы, или лиловые, или бордовые, или зеленые, или же беж. Снежки у мальчишек цветными, и были б цветными, и тучи над ними, или лиловыми, или бордовыми, или зелеными, или же беж. Сбыться мечте этой смелой, но с неба по-прежнему падает белый, снежный, белый, 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 белый снег.
За годы, прошедшие со времени перестройки и распада Советского Союза, в России произошли существенные изменения. Богатства страны были поделены между сотней предпринимателей, которые принялись безжалостно грабить Россию, ее недра, леса, богатство рек, озер, морей. Все они стали долларовыми миллионерами, а затем и миллиардерами. Все полученные в России средства тратили за рубежом, создавая вокруг себя невиданный комфорт, в то время как Россия неуклонно шла к упадку. Но самые главные изменения произошли в сознании людей. Кардинально изменились нравственные ценности, жизненные идеалы. Если раньше на вопрос «Кем хочешь стать?», обращенный к старшекласснику, можно было услышать «Хочу стать космонавтом, путешественником, археологом, артистом, ученым, учителем». Если кто-нибудь сказал «Хочу стать чиновником», это вызвало бы всеобщий смех, было бы воспринято как шутка. А теперь самый большой конкурс абитуриентов был в Московской академии госслужащих. То есть мерилом ценностей для молодых людей стали деньги, а жизненным идеалом – богатство и комфорт. Вместе с изменениями в стране изменился и внутренний облик человека. И мы с Владимиром Мардунасом решили создать фильм, в котором был бы отражен конфликт между духовными и материальными ценностями сознания людей. Создать новый портрет страны и народа, который потерял человечность. Первым названием нашего фильма было «Лицо халдея». Халдеем на сленге в Новой России называли официантов и лакеев, которые обслуживают богачей. Главный герой нашей истории – молодой официант Вова Смородин, которого сыграл только что закончивший театральный вуз одаренный актер Михаил Тарабукин, внешне очень похожий на молодого Романа Абрамовича. Так случайно получилось, но это сработало на зрительское восприятие фильма. Так вот, этот самый Вова Смородин мечтает стать олигархом, и у него для этого есть все необходимые качества. Он энергичен, нагл, находчив, ничего не выпускает в стремлении к намеченной цели. У него есть невеста, красивая дочь его шефа, владельца корабельного ресторана Гавриловича, который поручает будущему зятю создать собственный бизнес и дает ему на это деньги. Свою карьеру Вова намерен начать с создания престижного ресторана «Райский уголок», который он хочет построить в заброшенном подвале старого дома. А свой офис он решил организовать в заколоченной мансарде этого же дома. Однако, когда ему удается туда проникнуть, выясняется, что в этой мансарде поселились маргинальные представители артистической богемы. Не в меру раскованная девушка Даша, ее играет Катерина Ксенева, художник-алкоголик Гена в исполнении Алексея Девоченко и странный, похожий на Ганди субъект, давший обет молчания. В его роли снялся артист театра «Лицедеи» Анвар Либабов. Предприимчивый Вова решает использовать эту троицу в качестве бесплатных помощников в создании своего ресторанчика. Поначалу он воспринимает их как придурков и неудачников. Однако Даша вызывает его немалое мужское любопытство. Сама она, будучи одаренной творческой личностью, загорается идеей создания «Райского уголка» как некоего артистического клуба с оригинальным художественным оформлением. Своим темпераментом, познаниями в искусстве, смелостью идей Даша начинает оказывать заметное влияние на Вову, и он волей-неволей открывает для себя неведомый ему до этого мир красоты, мир эстетических ценностей. В результате все вместе они создают оригинальнейшее в городе заведение с названием «Преисподня», вызывающий большой интерес у иностранных туристов. Но тут Вова вступает в жестокий конфликт со своим шефом Гаврилычем и миром халдеев, из которого он вышел. Этот мир не принимает его новых вкусов и представлений. Дело доходит до жестокой потасовки, в которой побеждают халдеи. Вову избивают чуть ли не до полусмерти, а его друзей отправляют в психиатрическую клинику. Проходит время. Вова примиряется и с невестой, и с прежними дружбанами. В результате он становится зятем Гавриловича и владельцем крупнейшего в городе бизнес-холдинга «Пегас». Исполнилась его первоначальная мечта – он богат и успешен. Однако в его душе поселяется непроходимая тоска по преданным друзьям, приоткрывшим ему завесу в мир красоты, по потерянным возможностям обрести новые горизонты. И как бы он ни старался не думать про белых обезьян, они постоянно напоминают ему о том, что он потерял безвозвратно. Мой последний фильм «Не думай про белых обезьян» стал для меня неким экспериментом с точки зрения формы. В какой-то момент работы я почувствовал, что придуманная нами с Вардунасом история слишком экстравагантна, и она входит в конфликт, в противоречие с жизненной бытовой правдой.
Я подумал, что необходимо диалоги сценария перевести в стихотворную форму, подобно тому, как они существуют в пьесах Шекспира, Растана, Пушкина или Грибоедова. Стихотворная форма придает этим произведениям новую художественную правду. И именно ее я хотел добиться, получить в своем фильме. И я поручил перевод прозаических диалогов в стихотворную форму поэту Вячеславу Лейкину. И он блестяще справился с этой задачей, придав своим стихам такую разговорную форму, что зритель через короткое время перестает замечать, что артисты разговаривают стихами. Коньячку и вот этого сока. Мне 200 синопской и плитку мокко. Привет, ты где? Там, в углу за столиком. Одна, как всегда? Нет, сегодня столиком. Толик, мы здесь. Нет искусства без пьяни. Банкеты, фуршеты, не спится бы няня. Так дома сидите. Так в заднице спится. Так пейте шампанское, чтобы не спиться. Пытаются с матрицей сравнивать многие. Куда нам убогим? Не те технологии. А мне больше нравится наше кино. Оно человечнее и смысла полно. Кому оранжат, а кому хлеб не квас? Нет, женщин снимать не умеют у нас. Снимать-то умеют, но не для показа. Я снял тут одну, блин, поэму экстаза. Еще там был номер «Балет без порток». Мы с Пашкой упали. Езжай на восток. Я, братец, таких насмотрелся баритонов. Гляди, баритонов. Сергей Баритонов. Сергей Николаевич, куда вы спешите? А можно автограф? И мне подпишите? Мне тоже. А можно короткую фразу? Спокойнее, дамы. Ну, что вы все сразу? Здорово! Вован, сколько лет! Ну, чем там закончилось? Полный привет! Крылов завязался с какой-то урлою, ушел с фонарем и разбитый скулою. Понятно. А рыжую кто приласкал? Писатель какой-то за ней прискакал. Кино наше видел? Ну, пока еще нет. Хочу посмотреть. А потом на банкет. Пожалуйста, Рощин, возьмите цветок. Спасибо. А после всей шоблы в чертог. Там будет стрип-шоу Чайка из Москвы. Моторные тёлки. Поставьте и вы. А что вам поставить? Ну, подпись свою. Ставь, не стесняйся. Впервые даю. А этот зачем? Наверное, тоже. Что тоже? Артист? Посмотри на рожу, ведь нет ни просвета, лицо халдея, а ты зависаешь на нем, балдея. Господа и дамы, приглашаем вас на премьеру фильма «Черный алмаз». Наш фильм получил главный приз Международного фестиваля авторского фильма в Рабате. А актриса Катерина Ксенева получила там специальный приз за свою роль. Фильм получил также гран-при на фестивале в Лондоне. И специальный приз получил исполнитель главной роли Михаил Тарабукин. Фильм получил главный приз первого интернет-фестиваля зрительских симпатий «Дубль-2», организованного российской газетой. Я советую тем, кто не видел моей картины, отыскать ее в интернете и посмотреть. И подумать, какие ценности для них сегодня самые существенные – материальные или духовные. Красиво. Тебе никогда не хотелось в матросы? Да как-то не думал. Просторы, волна, альбатрос. Вот было бы классно куда-нибудь плыть без предела. Эх, жаль, что морская работа не женское дело. Нет, если, конечно... Корабль, набитый товаром, и я в нем хозяин, куда-то плыву за наваром, тогда я согласен, что море
хорошая штука. Продать, наварить, нахимичить — ужасная скука. Скажи, неужели не хочется эту планету узнать поподробнее? Возможно, но времени нету. Несмотря на фестивальный успех и главные призы, наша картина «Не думай про белых обезьян» была отвергнута всеми центральными телевизионными каналами. Ее кинопрокат был ограничен и лишен всякой телевизионной рекламы. Я впервые почувствовал себя Дон Кихотом, который борется с ветряными мельницами. Слава богу, долго переживать мне не пришлось, потому что я получил предложение от телевизионного руководства петербургского канала 100 ТВ стать ведущим авторской программы, тему которой я мог придумать сам. Так появилась передача «Дом культуры», которая шла еженедельно по пятницам с нуля до часа ночи. Почему в такое неудачное время? Потому что руководство телевидения считало, что тема культуры интересует лишь очень узкий круг телезрителей. Оно ошибалось, потому что уже через 2 месяца наша передача «Дом культуры» стала едва ли не самой популярной в городе. И хозяин Балтийского медиахолдинга, в который входил и канал 100 ТВ, Олег Руднов, пригласил меня для разговора. Он предложил мне в рамках моей программы «Дом культуры» начать снимать сатирический тележурнал, наподобие киножурнала «Фитиль», который был необычайно популярен в советское время. Он хотел, чтобы я начал высмеивать недостатки и пороки в жизни города. «Насколько я могу быть свободен в своей критике?» – спросил я у него. «Не хочет ли он сделать из меня карманного сатирика?» «Да нет, что вы», – сказал Олег Руднов. «Мы знаем вас как зрелого, разумного человека, и я не хочу сковывать вашу творческую свободу». Я согласился, мне это было интересно. Название для своего сатирического журнала я заимствовал у Чехова. У его первого сатирического журнала «Осколки», который он выпускал, нося еще псевдоним Антоша Чеханте. Материалов для нашего сатирического журнала было хоть отбавляй. О нем сообщали ежедневно газеты. О нем можно было узнать из слухов, рассказов. Каждый день почти повод давали своими глупостями, чванством и хамством руководящие чиновники города. Все мы знаем знаменитых представителей школ восточного единоборства, таких как Брюс Ли, Чак Норрис, Джеки Чан. И нам кажется, что эти школы сложились в незапамятные времена. Однако жизнь предлагает нам примеры новых видов боевых искусств, возникающих буквально на наших глазах. В начале года пассажиры скорого поезда «Санкт-Петербург-Москва» стали свидетелями совсем новых необычных приемов единоборства. А было это так. Депутат Государственной Думы, назовем его Аркадий Блихштейн, который всегда ездит в поезде один и на этот раз купил для себя целое купе. Однако едва депутат устроился в нем, как в дверь постучали, и в сопровождении начальника поезда туда вошел осанистый мужчина с явным намерением расположиться здесь же. «Но позвольте», — возмутился Блихштейн, — «это мое купе, я полностью его оплатил». «Да, все это так», — согласился начальник поезда, — «однако в поезде больше нет мест, а ваш сосед — необычный пассажир, это заместитель начальника московской ЖД Петр Иванович Мозговой». «Да хоть римский папа», — вскричал Блихштейн, — «плевал я на вашу ЖД, я депутат Государственной Думы, сам ты ЖД, сволочь нерусская, надо еще посмотреть твои документы, какой ты там депутат, а про тебя и смотреть нечего, без документов видно, что ты свинья, заткни пасть, а то я тебя так врежу, что ты у меня до Думы на костылях добираться будешь». «Ах так? Да я тебе так вдарю по кумполу, что будешь выглядывать из собственных ребер, как обезьянка из клетки». «Эх, жаль, что тут в купе места маловато. А то что бы? А то бы я тебя так швырнул на пол, что твои очки в соседний вагон перелетели. Эх, жаль, что у тебя насморка нет. А то что бы? А то бы я тебя так врезал, что у тебя насморк бы прошел. Ну врежь, попробуй. А ты вдарь меня. А ты врежь. А ты вдарь. А ты врежь. А я лучше позвоню. А я тоже лучше позвоню. А знаешь, кому я сейчас звоню? Нет. Председателю комитета Госдумы по транспорту. А знаешь, кому я звоню? Ну? В комитет по надзору за депутатской деятельностью. А я тогда знаешь, кому сейчас позвоню? Ну? Начальнику ФСБ. А я знаешь, кому? Ну? Генеральному прокурору РФ. А ты знаешь, кто это подарил? А ты видел, чья у меня визитка? А ты знаешь, с кем я отдыхаю? А ты видишь, с кем я здесь сфотографирован? И еще долго эти два солидных мужа упражнялись в единоборстве, пока усталость и забота о грядущих государственных делах не сморила их. А увидев утром выходящих из вагона двух достойных мужчин, никто бы не подумал, что еще вчера вечером они выступали в роли бойцов из школы современного российского единоборства. В рамках сатирического журнала «Осколки» мы с поэтом Вячеславом Лейкиным открыли страницу «Песни Брюана».
которые позволили мне более широко и основательно высказаться относительно жизни российского общества, в котором мы живем. У знаменитого французского художника Тулуз-Лотрека был друг, которого звали Аристид Брюан. Это был парижский бард, столь же знаменитый, как наш Высоцкий. Он появлялся перед публикой таким, как изобразил его Лотрек на своем плакате, и начинал петь баллады, полные сарказма и издевки над продажными чиновниками и жадными буржуа. И эти песни нисколько не потеряли своей актуальности и в наши дни. Поэтому мы с петербургским поэтом Вячеславом Лейкиным перевели их на русский язык, подложили французские мелодии и предлагаем вашему вниманию, открывая в журнале постоянную рубрику «Песни Брюана». Маэстро, прошу. Порой мы чувствуем неведомую власть, и вдруг становимся ревнивы и сердиты. И возникает эта страсть слегка убить, слегка украсть, и выясняется, что где-то мы бандиты. В законе Божьем заповедана любовь: не рви из горла, не убий, не укради ты. Но отчего же вновь и вновь везде грабеж, повсюду кровь? Да от того, что нам закон творят бандиты. Нас уверяли революции чины, друзья народа, Робеспьер и Сен-Кюлоты, что мы свободны и равны. Но эти сукины сыны — бандиты, если их отмыть от позолоты. Наш император Бонапарт Наполеон, каким владел неограниченным кредитом? Ему угрохать батальон, как пригласить на котельон? Он был, ребята, потрясающим бандитом. А взять теперешних властителей ума, бульдожьи челюсти, акульи аппетиты. Но не для этого дерьма гремит запорами тюрьма, хоть эти твари настоящие бандиты. Зря уверяют нас церковные врали, что наши предки обитали в райских кущах. Но был Господь, как видно, пьян, нас произвел от обезьян, от кровожадных обезьян и загребущих. Нас уверяли революции чины, друзья народа, Робеспьер и Сен-Кюлоты, что мы свободны и равны. Но эти сукины сыны — бандиты, если их отмыть от позолоты. Недаром давит нас неведомая власть, и мы становимся ревнивы и сердиты. Непобедима эта страсть перекалечить и украсть, и убедиться, наконец, что мы бандиты. Мой сатирический журнал «Осколки» выдержал 7 выпусков и был закрыт по требованию городского начальства. Вместе с ним вся программа «Дом культуры». И мне осталось лишь преподавать режиссуру вчерашним школьникам, а ныне студентам, которым отчаянно не хватало культуры. Они не знали писателей, композиторов, художников, режиссеров, потому что попали в институт, в вуз не по конкурсу, а по оплате. Сказывалась среда их воспитания, которая сложилась в современной России. Конечно, среди студентов попадались люди, обладающие творческими способностями, но крайне редко. К тому же у них не было никакой перспективы для карьеры, потому что кино и телевидение в России были полностью захвачены мажорами, то есть детьми различных начальников. В 2012 году кинематографисты Петербурга получили надежду на возрождение Ленфильма. Финансовую поддержку киностудии публично обещал президент Путин. И, поверив в такую возможность, художественный совет Ленфильма срочно взялся за поиски свежих сценариев для производства фильмов. Я предложил киностудии два своих сценария. Первый назывался «Радость любви Джойсу». Трагикомическая история перевода на русский язык главного романа ирландского писателя Джеймса Джойса «Улисс», которая началась в 30-е годы и закончилась в 1989-м появлением переведенного романа на полках Московского дома книги. Это рассказ о удивительных людях, которые отдали жизнь ради любви к литературе, ради просвещения своих соотечественников. Сценарий был единогласно принят художественным советом Ленфильма. Второй сценарий поддержал лично директор киностудии. Это было «Окно в Париж 20 лет спустя», которое мы написали совместно с Владимиром Мардонесом, в то время уже покойным.
Оба моих проекта были направлены киностудией в Москву на питчинг, то есть на защиту их перед экспертным жюри Фонда кино и Министерства культуры для получения государственного финансирования. Я защищал свои оба проекта, предварительно подготовив два видеоролика, в которых отражалось содержание и форма будущих фильмов. Экспертное жюри принимало мою защиту очень радушно, и мы с директором студии были уверены в успехе. Однако прибывший на мою защиту министр культуры Владимир Мединский отверг оба моих проекта. Позже выяснилось, что для него ненавистен фильм «Окно в Париж», что он является ярым сталинистом и во всех своих поступках советуется со своим кумиром Никитой Михалковым. Для меня это был окончательный запрет на профессию. И мы с Людмилой решили покинуть Россию и отправиться к нашей дочери Катерине в Соединенные Штаты Америки, где она уже несколько лет жила и работала. Но прежде чем покинуть страну, надо было закончить все дела, выполнить обязательства, заплатить долги. На это ушло несколько лет. И в марте 2019 года мы, попрощавшись с родственниками и друзьями, сели в самолет до Нью-Йорка. В Америку я вез с собой несколько кинопроектов, которые намеревался осуществить. Здесь меня знали, знали меня и мои фильмы. Некоторые были приобретены для проката. Например, «Окно в Париж» приобрела голливудская компания Sony Pictures. Но вскоре после нашего приезда в Соединенные Штаты планету накрыла эпидемия ковида. О каком кино можно было говорить, когда все госпитали и больницы были переполнены? Все киносеансы и спектакли были отменены, люди носили маски, боялись общаться с друзьями и знакомыми. Был объявлен карантин, всеобщая изоляция. Но я не мог сидеть без дела и решил возобновить свою программу «Дом культуры» в новом интернет-формате. Для этого я открыл на YouTube свой канал «Дом культуры» и стал выпускать авторскую программу, у которой теперь множество поклонников, в том числе и те, к кому я сегодня обращаюсь своим новым 81-м выпуском «Дома культуры». Что же дальше, могут спросить меня зрители, что потом? А потом будут в жизни дары и находки. Много встреч, много странствий и много людей. Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик в зеленой воде? Как сказал Юрий Висбор. А если серьезно, то потом будут новые выпуски «Дома культуры», новые проекты, возможно, новое кино, новая книга «Люди, гады, жизнь», ну и еще что-нибудь новенькое. А в заключение нашей сегодняшней встречи я хочу предложить еще одну песню из цикла «Песни Брюана», чтобы ее мелодия осталась послевкусием после нашей передачи. А когда ослабели объятия, я спросил близлежащую крошку, как ей нравится это занятие, роковая любовь понарошку. Торговать темпераментным телом, по заказу быть нежной и чуткой. А она мне ответила делом, потому что была проституткой. Я сказал, заглянув депутату прямо в рожу его носорожью, почему за отдельную плату правда тут же становится ложью? Мне улыбкой липкой, как пряник, подмигнув с откровенной шуткой, улыбнулся народный избранник, потому что он был проституткой. Я пытался узнать у поэта, как тебе удается, любезный, марципаны таскать из кювета, над помойкой парить, как над бездной. Он привычно рыгнул с перегрузу, отстрелялся двусмысленной шуткой и пустился пристраивать музу, оказавшуюся проституткой. Чем солидней оплачено чувство, тем взаимнее будет отрада. Это ж целое, братцы, искусство, подставлять, где попросят, что надо. В кабинете, в постели, в эфире, в добром здравии, в полном рассудке, потому в этом трепанном мире и живут лучше всех проститутки.